Капитан 1 ранга Марина Каналюк, ВМС в Крыму принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь. Ирина Сампан, 112.ua, Украина. 22 марта 2018 года. Два года назад, в марте 2016 года. Впервые в истории украинского флота звание капитана 1 ранга было присвоено женщине. Ею стала помощник командующего военно-морскими силами Марина Каналюк. В интервью для 112.ua она рассказала, как смогла дослужиться до такого высокого звания, что для нее значит быть этой самой единственной. Почему ВМС не применили силу для защиты Крыма в 2014 году? а также почему вышедшие из Крыма военнослужащие держат обиду на государство Марина Каналюк. Первое и единственное, для меня это вообще не формулировка. Ничего такого радикального не произошло в моей жизни. Я на протяжении восьми лет уже помощник командующего ВМС, пришло время, я получил звание. Обыкновенный рост военнослужащего 112.уа, но где тогда ваши ровесницы, сокурсницы? которые теоретически должны были пройти этот, как вы говорите, обыкновенный рост военнослужащего. Украина, все таки молодое государство для того, чтобы вырастить целую плеяду женщин в капразовских погонах. У нас женщины начали поступать в военные вузы где-то в 1993-95 годах, и, соответственно, в процентном соотношении женщин очень мало по сравнению с мужчинами. Допустим, поступал на военные специальности 1% девушек от всего количества военнослужащих парней. Как из этого 1% вырастить большое количество высоких офицерских званий? Плюс естественный отбор. Военная удача – это жесткая школа жизни. У меня подошло время. 23 -го года выслуги, я капитан 1 ранга, закончила военно-морской институт, им. Нахимова, Севастополь, ред получила военную специальность, и все в принципе закономерно. Другой вопрос. Женщины, которые пришли из гражданских вузов, они не получили военную специальность, которая даст возможность им дослужить до капитана один ранга. В основном это финансисты, медики, юристы. Первыми женщине на корабле разрешили служить в Японии в 1954 году. 7 марта 2018 года в Японии женщина впервые возглавила военную эскадру. В США на кораблях женщины появились в 1973 году, на боевых, в 1993. Мы помним, как год назад после газовой атаки против гражданского населения в Идлибе США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Командиром эсминца Спартер, ДДГ-78. ВМС США была женщина. Капитан дворанга Андрея Слау, в 2012 году в Великобритании Саруэс стала командиром британского фрегата Портланд. 11 сентября 1995 года Салвей Крей приняла командование подводной лодкой КНМ Кобин, С-318, головным судном своего типа в военно-морских силах Норвегии. Став первой в мире женщиной командиром подводной лодки и первой женщиной, командиром корабля в истории норвежского флота, вопрос. Я уже поняла. О чем вы спросите? Когда? Я отвечу так. Во-первых, у нас условия на корабле немножко отличаются от американских. На нашем очень тяжело послужить. Во-вторых, этот вопрос нужно задавать с момента поступления женщин в Военно-Морской институт на военные специальности ракетного и штурманского состава. Надо выращивать кадры. Вы за эмансипированную армию. Я за профессионализм. Если женщина профессионал, то дорога ей открыта. Есть еще один весомый фактор. Даже если женщина и профессионал, на нее накладывается множество социальных и бытовых вопросов. Из-за этого она может соскочить с такого профессионального пути. Возможно, таким женщинам в СУ нужен ваш опыт и своеобразное наставничество, чтобы не делать выбор между семьей и карьерой, а успешно справляться с несколькими приоритетами одновременно. Возможно, вы и правы. Но в армии не так, как в гражданских структурах у нас идет понятие обучаемость личного состава, и все программы наставничества прописаны в уставе. Естественно, командир, который хочет качественно выполнить задачу, наставляет своих подчиненных, он заинтересован в этом. В свое время я получила очень хорошую школу жизни. Это был 1998 год. Тогда я училась на пять курсе, была счастливым главным корабельным старшиной и меня назначили замкомандира взвода на три курс, там были 18 девушек. И я тогда для себя сделала вывод, чем мужской коллектив отличается от женского. В роте 120 человек мужчин, они будут прекрасно общаться и друг другу помогать. Даже если они будут не сильно друг друга любить, они могут находиться в коллективе 120 человек. Женский коллектив другой. Женщины свободолюбивые. И я для себя выработала такую теорию. Женщины не могут находиться в таком большом женском коллективе в закрытом пространстве военного организма, с тяжелыми социальными условиями, в которых находится армия и по сей час. Они дружат парами, могут выполнять задачи по парам, тройкам, но в большом женском коллективе всегда конфликт. Он происходит из-за социально ужасных жестких условий которые ограничивают права и свободы человека в военной среде. То есть вам нужно было пять лет, чтобы поломать себя и понять, как жить в системе. Да, до третьего курса я бунтовала, высказывала свое недовольство, что не принято в военной среде. И все это параллельно с тяжелой учебой на технической специальности, радиотехническое вооружение. Специалисты меня поймут, микросхемы, приемы передающие устройства, конденсаторы, резисторы, диодные мосты и прочая атрибутика технических специальностей. К пяти курсу пришло понимание зачем перед против системы, когда нужно получить образование лейтенантские погоны. Мой бывший начальник, капитан 1 ранга Салтыков Андрей Анатольевич, мне сказал такую фразу, с которой я полностью согласна. Формирование мышления офицера происходит пять лет за колючей проволокой военного института. После окончания института я пришла служить в очень скромную рядовую часть. Узел радиотехнического контроля, который сутки не могла на местности найти. Там женщин не было. Нашу часть собирались расформировать, и Министерство обороны не считало нужным ремонтировать фонды этого организма давать новые образцы техники и так далее. Именно в этой части я получила бесценный опыт молодого специалиста. После рождения ребенка мне пришлось рано выйти из декрета так как был риск попасть под сокращение и увольнение потому что нашу часть расформировали полностью. Няня для ребенка обходилась нашей семье в полторы офицерских зарплаты. Пришлось сдавать часть в архив, передавать технику в завод и другие военные организмы так как нас оставалось в части только два офицера, я изум командира по технической части, и 14 матросов срочной службы, приходилось стоять по 15 нарядов в месяц. Это про женскую долю в нашей армии. Можно нас сравнивать с женщинами-офицерами США? Я уверена что на такой подвиг женщины других стран просто не способны. Потом был научный центр военно-морских сил. Отдел международного сотрудничества тоже по своему интересная служба была. Став помощником командующего ВМС по вопросам пребывания и функционирования Черноморского флота на территории Украины, на тот момент адмирал Игорь Тенюх, ред, я столкнулась с нетипичным для вооруженных сил Украины направлением. Это спектр проблемных вопросов пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, который затрагивал разные сферы деятельности, военно-политические, Социальные, юридические, экономические. Я считаю, что Тенюх проявил большую волю при принятии такого решения в отношении меня. 98 проблемных вопросов по сотрудничеству с РФ. Например, это целый спектр военно-политических вопросов, которые требовали политических решений по функционированию ЧФ РФ как военного организма. Это вопросы боевого использования ЧФ. Замена вооружений ЧФ РФ на территории Украины, использование полигонов боевой подготовки, радиочастотного спектра Украины, вопросы совместного базирования вторых флотов, вопросы численности личного состава, основных вооружений и техники ЧФ на территории Украины, пересечение государственной границы Украины кораблями ЧФ. Передвижение подразделений ЧФРФ вне мест дислокации и так далее. Два последних вопроса вылезли после грузинского конфликта, когда были подписаны соответствующие указы президента Ющенко, когда 20 российских кораблей ЧФРФ просто вышли без разрешения украинской стороны из пункта базирования в город Севастополь что могло привести к тяжелым для национальной безопасности Украины последствиям. Но даже после подписания этих указов, которые регламентировали порядок пересечения границы и передвижения подразделений ЧФРФ, Проблематика в этом направлении не уменьшалась. В вопросе совместного базирования двух флотов отвечу так, у нас причалов было шесть, а у россиян 127. Украина просила у России разрешения стоять кораблям ВМС на наших же причалах, которые мы передали в аренду РФ в 1997 году. В вопросе использования РФ радиочастотного ресурса на территории Украины российская сторона использовала этот ресурс на свое усмотрение, как выгодно РФ. Кроме того, даже не считала нужным передать Украине перечень номиналов радиочастот, на которых работал ЧФ. В вопросе информирования Украины об общей численности личного состава основных вооружений ЧФ на территории Украины Россия до 1 января каждого года подавала такую информацию. Но в этой информации отсутствовали данные о местах дислокации вооружений, что делало невозможным осуществлять контроль сбоку Украины. Кроме того, это спектр социально-экономических вопросов, которые касаются участия РФ в социально-экономическом развитии Севастополя, Феодосии и других мест дислокации ЧФ РФ на территории Украины. Спектр юридических вопросов выполнения России базовых соглашений по ЧФ. Норм международного права, действующего законодательства и нормативных актов Украины, спектр имущественных вопросов, размер арендной платы за пребывание ЧФ РФ устанавливался теоретическим путем, а не на основании материалов инвентаризации. Так как инвентаризацию ЧФ так и не провели, не были также урегулированы вопросы замены целевого назначения государственного имущества Украины. Неурегулированы вопросы субаренды ЧФ РФ, а это 65 объектов субаренды. Пласт вопросов оформления имущества, которое РФ построила после 20 мая 1997 года с целью обеспечения условий размещения ЧФ, это жилые дома, средняя школа, филиал Московского государственного университета ИМ. Ломоносовай ДР. Объекты. Я провожу аналогии по конфликту на Донбассе. Многие мои знакомые говорят, вот бы нам приказ, вот если была бы воля, мы бы уже были в Донецке, Луганске. Многие понимают, что это была бы полноценная война. По Крыму также, одни говорят, что ждали приказ, могли бы защищаться, не сдавать Крым. Вы же в одном своем интервью сказали, если бы от нас последовал хоть один выстрел. Была бы полноценная война. Почему столь кардинально разные мнения? Этот вопрос рассудит история и военная наука. Рассматривать этот вопрос нужно в плоскости сложившейся ситуации у нас в государстве на то время. С 20 чисел февраля 2014 года. ВМС очутились в то время без командующего ВМС, начальника генерального штаба, без министра обороны, Верховного Главнокомандующего ВСУ. Президента в Крыму МВД и СБУ в первые дни наращивания обстановки перешло на сторону РФ. А именно эти структуры должны были реагировать на беспорядки со стороны гражданских лиц. Казаков представителей самообороны в Севастополе и других населенных пунктах Крыма. О каком приказе идет речь? Применять военную силу по мирному населению. Как должен выглядеть такой приказ? Расстрелять гражданских лиц за периметром воинских частей. А именно гражданские лица в первую неделю блокировали воинские части. Потом появились казаки, зеленые человечки. А на последних этапах, военные подразделения РФ. Если это терроризм, то тут действует СБУ, МВД соответственно с законом Украины по борьбе с терроризмом. Оказалось, что Украина к таким гибридным действиям со стороны РФ была не готова. Тут любое государство будет не готово. И это надо признать и смотреть правде в глаза. ВМС не знали, что делать с мирным населением когда МВД и СБУ перешли на сторону РФ. Такими действиями РФ нарушила не только украинско-российские договоры о дружбе, сотрудничестве, партнерстве, меморандум о гарантиях безопасности но и послевоенную систему безопасности в Европе и создала опасный прецедент перекройки государственных границ. Россия стала страной-агрессором, используя Черноморский флот как плацдарм для вторжения в глубину Крымского полуострова, хотя должна быть гарантом безопасности Украины. Я знаю, что вы лично пытались с ними разговаривать, когда заблокировали штаб. Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. Я, как и все мои коллеги, выполняла свои функциональные обязанности. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧАФ ЧАЛы и Аксенов. Мы протянули время до месяца. Поверьте, это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования в СУ, АТО, а военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю. Зачем Владимир Путин предложил вернуть корабли Украине? Вам понятен этот жест? РФ на то РФ. У нее своя политика, понятная только России. По поводу возвращения кораблей нам сказали официальную позицию командующий ВМС Игорь Воронченко и ряд политиков, что возвращение Крыма вместе с кораблями. Абсолютно верно, потому что мы не можем сказать, в каком техническом состоянии они сейчас находятся. Прошло 4 года. Путину это надо для того, чтобы, может быть, перейти на официальный путь переговоров с Украиной. Возрождение в военно-политических вопросах, вот, мы передаем корабли. Вот у меня нет четкого понимания что минские договоренности несут за собой подписание какого-то мирового соглашения. Я много лет работала в направлении украинско-российских взаимоотношений на правовом уровне, и на уровне переговоров, и у меня нет сложившейся картинки, что это возможно. А, например, Возвращение кораблей, втягивание Украины и России за стол переговоров в рамках вопросов именно военно-политических, что будет иметь определенный юридический статус. И на фоне этих переговоров можно уже не корабли передавать. Корабли нам никто не будет передавать, например, а можно решать другие вопросы по Донбассу, в том числе. Но это мое мнение. После оккупации сейчас вы ведете какую-то работу или переговоры по Черноморскому флоту. Я занималась раньше вопросами функционирования и пребывания ЧФ на территории Украины, а сейчас я занимаюсь вопросами последствия после аннексии Крыма. Спектр их достаточно непростой. Это направление моей деятельности я бы хотел оставить неосвещенным по понятным причинам. Некоторые военнослужащие судятся в Страсбурге. А что прописывают в исках? Какие именно нарушения в отношении военнослужащих ВМС Украины? Это нарушение прав человека в отношении семей военнослужащих. Нарушение частной семейной жизни. Военнослужащий жил со своей семьей в определенных условиях но был вынужден бросить все и уехать на территорию материковой Украины и теперь должен покупать все заново. Нарушение права на справедливый суд. Можем ли мы судить СРФ на территории оккупированного Крыма о том, что наши квартиры незаконно забрали? Мы же знаем. Какое будет решение? Нарушение прав и свобод детей. Ребенок родился в Крыму, это его земля, но он должен был оставить свой детский сад, школу, друзей и не каждый ребенок способен пережить это безболезненно. Потеря жилья и много других вопросов. В сентябре 2014 года было постановление Кабмина о том, что военнослужащие могут приватизировать жилье, которое осталось в оккупированном Крыму и Севастополе. Да, и я и мои коллеги приватизировали служебное жилье в Крыму, но для РФ это имущество Минобороны РФ. И у нас много случаев, когда захватывают это жилье вместе с мебелью, вещами и там уже проживает военнослужащий РФ со своими семьями. И это постановление Кабмина нас парализовало, потому что мы потеряли право получить постоянное жилье на территории Украины, ведь мы как бы уже получили, но как его вернуть обратно? И этот юридический казус длится уже на протяжении 4 лет. Вот представьте себе, что РФ пришла, не приведи Господи, в Киев и так отжала землю с квартирами, домами и бизнесом больших руководителей. Как вы думаете, они все останутся верными присяге или кто-то перейдет на сторону РФ? Вот просто у меня такой теоретический вопрос. Например, у меня на материковой Украине родственников нет. У мужа тоже. Нашу квартиру в Крыму два раза пытались захватить представители силовых структур РФ. У меня там бесконечные суды а у некоторых моих коллег уже захватили, и они служат в ВМС и не надеются когда-нибудь получить от нашего государства благодарность. Даже за аренду жилья на материке далеко не всем компенсируют, потому что некоторые очень обеспечены квартирами в Крыму. Вот цена за верность присяги Украины, к сожалению. Я считаю, что я... Человек чести. Муж у меня тоже капитан один ранга. Я считаю, что у нас у военных выбора нет. Есть присяга, выбора не может быть априори. Я считаю, ВМС служат необыкновенные люди, которые в 2014 году на первое место поставили не свои личные интересы, а интересы государства. И у меня вопрос этики. Где государственная поддержка тех военнослужащих, которые остались верны присяге? Это принципиальный вопрос для меня и всех в ВМС.